Здравствуйте, записываю видеообзор на ноутбук Samsung. Сейчас покажу внешнее состояние. Так, болты. Болтов не хватает, скорее всего, разбирался. Но ремонта, скорее всего, не было. Чистили. Чистили. Дисплей. Кнопки все на месте. В комплекте у меня зарядное устройство. К сожалению, зайти характеристики не смогу показать, потому что Windows за паролем. Приемщик не написал пароль. Приемщик не написал пароль, поэтому не получится показать. Так. Вот внешнее состояние. В принципе, если переустановить систему, ноутбук будет работать полностью. Разъемы, задняя крышка, немного поцарапано, но в целом нормально. Ноутбук легкий, маленький. Спасибо за просмотр.